Нашли мы мамку, да? Нашли мы мамку. Терпит, лежит. Вот это вообще юмора не поняла. Скажи, это что такое, да? Это что тут такое? Скажи, батюшки, это что тут такое? До. До. Вот они. Такие дети, да? Дети такие у нас. Вы видели? Это вы такое видели? Вам как? Нормально? Нормально, да? Вообще, нормально, нормально. Тебе как? Нормально? Ты моя хорошая. У нас коты, они у нас вот так вот сидят. Вот так. Да. Они все ждут, когда у меня совесть проснется. Их кормить уже время. А у меня пока она не просыпается. Да? Не просыпается? Нет, скажи. Не просыпается. Нет, никак не просыпается. А папа сейчас мясом будет заниматься. Вот они все в ружье уже. Бац. Готовить свининку, да? Ну, сейчас я вам такой рецепт покажу. Очень простой, интересный. Вот сейчас обжарю свинину, прям при вас включаю, со всеми специями. Посолю, поперчу, у меня лимончик. Вон еще. Потом добавим лучка. Ну, без масла, без ничего, потому что я воги готовлю в своем. Тут не нужно это все. Вот откладывай сюда, он Олег порезал кусками свинину, и вон сколько лука. Сейчас паприку тоже. Паприку можешь тоже так это полукольцами, да, порезать. И потом в томате, и чесночок тоже. Сейчас я вам все покажу. Паприка, так, паприка, ты где? Вон паприка, чесночок. Сейчас вот. Я чесночок почищу. Сейчас вот сейчас вот мы лук туда добавили. Теперь мы туда добавим паприку. Помощник где? Сейчас. Сюда. Пожалуйста, помогайте. Молодец, красиво. Умыться. Так, вот здесь вот у меня итальянский сбор итальянских трав. Сухой чеснок, мускатный орех. Вот так. Гусенички, мексиканские лягушечки. Нет, до такого деликатеса мы пока не добрались. Это в приправах. Это все до любимого, да. У вас таких нет. Да, так, тихо. Томат, соус на соку, лимончик и чесночок. Специи добавили. Вот. Получается, паприку добавили, цвибель уже был. Перец. Ой, вот этот вот я люблю его. Бунта. Мускатный орех. И чуть попозже добавлю томаты в собственном соку. Чесночок свежий у меня уже. И лимончик. Сейчас будет жариться. Видите, все в собственном соку. Не добавляла вообще ничего. Так это выглядит. Добавляем сейчас туда томаты в собственном соку. Да? Да. Перемешаем все. Сейчас красивенько. Вот.
пусть тушится. А потом я туда. У меня еще вот такие самоделанные галушки. Я еще и галушки туда положу. Сейчас я специи добавлю, галушки положу, закрою все это дело крышкой, и пусть оно все тушится. Вот такое у меня сегодня простое блюдо. Все у меня выглядит. Вот, чесночок добавила. Вот так вот сейчас лимончик до запаха, до вкуса. Ой, пахнет, правда, бесподобно. Сейчас положу галушки, закрою крышечкой и пусть тушится. Получилось. Сейчас закрою, как говорится, крышкой и буду тушить. Ну, пахнет вкусно. Посмотрим. Маленькая поправочка. Лаврового лист забыла. Лаврушку добавили. Все, готовим. Ну пусть минут, наверное, 40 готовится. Как выглядит. Еще чуть-чуть надо, но тем не менее. Пахнет вкусно, выглядит тоже аппетитно. Закончилось. Давайте посмотрим. Вау! Ну, выглядит классно. Пахнет тоже вкусно. Что приятного всем аппетита. Пока я готовила, Пауль дома там на дроном сегодня летал, прислал мне видео, прислал мне фотографии, так что сейчас вставлю, буду делать дальше влог, вставлю обязательно. Вот, а вы пишите, как вам такой рецептик.